Привет, родные. Ну, хочу вам показать чудо чудное и диво дивное. Как-то я несколько месяцев назад выкладывал, что увидел в комиссионке АК-77. Так вот, теперь это такая поселился у меня дома. Значит, смотрите, чудо-машина какая. Открываем. То есть у меня уже заряжен тут пленочка, да? Чтобы видно было, как это эффектно работает. Вообще это закрывается, часть закрывается. Но я ее открою, чтобы было видно чудо техники. Итак, нажимаем. Красота. Можно, в принципе, даже вот так закрыть, да? Ну, чудо же, а? Это я, честно говоря, ее взял для того, чтобы сводить домашние демозаписи. Тут у меня есть тоже 8-канальный тоскамчик ленточный. Вот. Ну, то есть можно что-то самому немножко записать. И чтобы делать полностью аналоговые, так скажем, мастер сводить. А дальше уж будем думать, что с этим аналогом делать. Ну, так как это для себя, для дома, то, в общем, пока и так хорошо. Выключаем, а? Смотри, сейчас открою. Смотрим внимательно. Смотрим и удивляемся. И все, и можно снимать катушечку.